В хард-кошелек Trezor будет добавлен Bitcoin Gold. Создатели хард-кошелька Trezor объяснили о планах внедрить поддержку Bitcoin Gold в собственную работу. На официальной странице в Twitter создатели кошелька сообщают, что Bitcoin Gold опубликовал исходный код, позволяющий приняться за развитие Trezor для интеграции в него этой криптовалюты. Как только все инструменты будут готовы к работе, пользователи смогут воспользоваться этой услугой. Многие же разработчики, биткоин-учреждения и биржи по-прежнему скептически относятся к Bitcoin Gold и не спешат внедрять его в собственную работу. Тим Энакин, управляющий директор Crypto Asset Management, отмечает, майнеры контролируют слишком большое пространство, чтобы позволить Bitcoin Gold быть успешным, по крайней мере, в ближайшей перспективе.